праздником. Всего самого хорошего. Подойди ко мне, подойди. Подойди. Надо было самым работать, да? Да. Сейчас бы в Армении президента было. Да. Да.
Канада. Бескрайне радостно приветствовать вас здесь сегодня, 2 октября, в этом замечательном заведении. Культурно-развлекательный центр «Кристалл» приветствует вас, и не просто так. Сегодня есть замечательный повод, по которому мы собрались, и этот повод называется... Позвольте, я спрошу у вас. Юбилей! Юбилей! День рождения Степана Халатовича Саркисяна. Итак, дамы и господа, от всех нас, здесь собравшихся, я хотел бы произнести эти самые слова. С днем рождения! У нас сегодня обширная поздравительная программа, и, конечно же, сегодня прозвучит очень много тостов. Так вот, для первого тоста, для первого поздравления, я хочу передать микрофон Павлу Павловичу Бородину. Вот я тебе, дорогой мой Степан, хочу поздравить с прекрасным праздником. Ну что такое 40 лет? Мы когда жили там по Москве, я учился здесь, он думал, я был 24-го года, один был с 19 марта 47-го года, другой с 20 марта 47-го года. Мы раньше подковали, тот, который с 19 марта, говорил, когда он с 20 марта. Салага, ну-ка быстро за водкой. Так что, дорогой мой, я просто по-человечески, тепло и сердечно хочу поздравить с днем рождения, вручить букет роз. 43 розы, еще столько лет мы будем пьянствовать. Вот благодарность. Союзная, союзная. Мне за Кремль дали республиканскую благодарность. Вот, но зато я стал известным человеком благодаря, так сказать, известной командировке в Нью-Йорк. Я хочу пожелать тебе счастья, здоровья и удачи. И сказать, как у нас был Йосиф Хаимич Мишлимович, его спрашивали, Йосиф Хаимич, как здоровье? Он говорит, хер дождетесь. Так вот, я хочу пожелать тебе, чтобы никто не дождался. Чтобы мы еще раз вот здесь 43 раза собрались, прогуляли и даже выпили на 43 раза. И вот книжка «Кремль на рубеже тысячелетий». Куда я приехал, там бегали крысы, были по колено воды, плохо пахло. Ельцин не стал работать, а я его сделал. Полутувинец, полуипух. С этими поганными москалями мне тоже тяжело. Вот. Ну, я, так сказать, такой настоящий полутувинец получил. 16 лет туре, 20 лет випух. Вот Кремль, светили истории, здесь все рассказано. Все сделал, все, конечно, кожан, не я, но ну, так получилось. Я просто книжки выпускаю. Так сказать. Вот, а где там нет этого альбома? А нет, там еще был альбом. Там есть Клинтон на снимке. Вот так ходит там. Рот разинутый у него. Господин Бородин, это что, настоящее дерево, не пластик? Господин Бородин, это что, настоящий камень, не пластик? Господин Бородин, это что, настоящее золото, не пластик? Я говорю, господин Клинтон. У нас все настоящее, даже президент не пластиковый. И тебя поздравляю, получаю подарок. Счастья, здоровья, удачи. Так, бабы стоя, а мужики до дна. За юбилей Степана. 3-4. Ура! 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 Итак, да, наконец-то мы начали вот это замечательное, такое традиционное событие, мы начали говорить приятные слова, начали поздравлять нашего юбиляра. И я надеюсь, что в течение всего вечера таких поздравлений будет, ну, просто бескрайнее множество. А мы со своей стороны начинаем поздравлять со сцены. Только гуляет над Москвой утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобой, друг, по-прежнему, и как прежде поджигаем седока. Домино,
Солнце светит ради юбилея нашего именинника. Небо яркое ради юбилея нашего именинника. И до сих пор зеленая трава и листья. Все это ради именинника. По-моему, даже сегодня один из таких замечательных дней из китайской мифологии. Говорят, что середина осени по китайскому календарю. И все это ради одного человека. Ради Степана Халатовича. Нескончаемый поток людей, которые приходят поздравить этого человека. И очень здорово, замечательно, что настоящих друзей, людей, которые не просто пришли, не просто потратили свое время, а совершенно искренне, от всей души говорят самые приятные слова этому человеку, так много. Ну что, дорогие друзья, здесь уже потянулись все близкие. Еще потянутся, мы еще скажем, если надо будет, то не слышно. Стефан Халатович, за тебя, дорогой. 45 – это для мужчины. Жизнь начинается. 45 – его жена вести на себя. Что я тебе хочу сказать? За все эти годы нашего знакомства, нашей дружбы, я могу только гордиться отобщением всех этих людей. Я от всей души в твоем лице желаю здоровья всем членам твоей фамилии, твоим прекрасным сыновьям, которые здесь сидят, супруги, всем твоим близким. И самое главное, я тебе хотел бы пожелать, чтобы следующие твои именины ни один зал не поместили в твою гости. Ты нас так. Ну что же, вот давайте не будем допускать таких пауз. Пусть такие моменты звучат бокалы, которые должны быть наполнены в течение всего нашего вечера и означать только одно. Сегодня мы празднуем юбилей замечательного человека и говорим очень часто: «С днем рождения!» И вот эта очень приятная неожиданность, крайне приятная неожиданность и очень хороший подарок. Итак, общероссийское движение, Российский конгресс народов Кавказа приветствует юбиляра и хочет сделать свой подарок. Прямо сейчас на эту сцену выходит под руководством народного артиста России Тапы Хамедовича Элимбаева детский хореографический ансамбль «Зия». Встречайте!
конечно же, этот танцевальный подарок был посвящен нашему юбиляру. Мы продолжаем говорить приятные слова и поздравления. И сейчас от лица Общероссийской общественной организации «Союз армян России» первый вице-президент, чрезвычайный полномоченный посол России Георгий Арташесович Тер-Казарян. Позвольте обратиться к нашему... Вот обычно говорят юбиляру, но это будет превышение. Это не совсем так. Вы были правы, когда несколько смущенно говорили о том, что наш Степа сегодня пригласил, но у него, оказывается, нету еще круглой даты. В этом как раз заключается его особенность. Этот человек, который может сегодня, не достигнув круглой даты, оглянуться назад, и он увидит, как многое он успел сделать, даже не достигнув этого круглого возраста своего. Почему мы гордимся им? Потому что этот человек еще с юношеских лет нас обрадовал своими успехами в спорте. Но если говорить уже о последующих периодах его жизни, то он уже стал блистать не только как чемпион в спортивной сфере, но и как чемпион человеческих взаимоотношений. Этот человек, который собрал нас здесь вокруг себя, мы пришли сюда по зову сердца, потому что мы его любим, ценим и всегда гордимся им. Этот человек, который прославил свой народ, этим он и заслужил то звание, которое он несет, как великий патриот армянского народа. Где бы он ни жил, будучи в Армении, здесь, в Америку ездит, приезжает, но все равно он остается армянином по душе своей. И вот совсем недавно я случайно застал его в одном месте, куда я по долгу службы пришел. Молодежь собрали думать о том, как молодежь вовлекать в нашу сегодняшнюю общественную жизнь. Смотрю, он сидит рядом с ними и уже их получает там. Это было совершенно неожиданно. Ему это не было как поручение. Это он по зову сердца пришел туда. Потому что за его спиной всегда молодежь собирается. Оценивая его заслуги перед Союзом армян России, которые сейчас объединяют более 2,5 миллиона диаспору России, мы на правлении все единогласно приняли постановление, независимо от того, что у него нет круглой даты, наградить его орденом нашим, Серебряным крестом. В порядке исключения, с надеждой, что через несколько лет он получит золотую медаль, которую он безусловно достоин. А теперь позвольте вручить ему эту награду. Постараюсь оправдать Давида. Давид, ты уже давно заслужил. Конечно же, не просто так. Все это только в честь, да, теперь юбиляра и для нас всех здесь собравшихся, я приглашаю лауреата международных конкурсов и просто очаровательнейшую девушку Зарину Бугаеву встречайте. Слушай звуки усталого радио, вспомнивай. И провожая гостей, обязательно вспомни меня.
все же оставил вспомнить. И закрывая глаза от усталости, вспомни меня. Без сожаления и ни жалости, вспомни меня. Где ты сейчас, мой далекий, незримый? Как без меня? Зия. Продолжаем наше такое течение по волнам поздравлений. Степан Халадович, 45 лет на самом деле, наверное, еще не возраст. Да. И вот сегодня мы у тебя собрались на твоем дне рождения. Я хочу прежде всего сказать, мужчину характеризует именно как он умеет дружить. А я знаю, что ты умеешь дружить. Сегодняшние гости, друзья, которые приехали с разных уголков не только России, но и нашего бывшего Советского Союза, тебе на день рождения уделить тебе внимание. Это говорится о том, что ты на самом деле настоящий, как вот говорил ваш старший посол, консул, я сразу не ловил. Хорошие слова тебе говорил. И я хочу сказать, ты настоящий сын армянского народа. Я бывал и в Армении с тобой, и в Азии, и в разных местах, и видел, как к тебе относятся, как ты относишься к людям.
когда человек умеет дружить, прежде всего мужчина, это говорится о многом. Я тебе хочу прежде пожелать долголетия, сил, чтобы ты всегда играл в футбол до последних своих дней, самое главное. Чтобы твои сыновья брали с тебя пример. Повторяли твои подвиги, которые ты совершил, я не буду повторять, в Красноярске. Да. Чтобы они стали олимпийскими чемпионами, чтобы ты гордился ими. И они тебя только радовали. И, конечно, я хочу пожелать благополучия и, наверное, долголетия твоей супруги, которой сегодня нет рядом с тобой. Я удивился, почему ты ее не взял. 100 лет я ее. На 100 лет возьмешь? Хорошо. Дай Бог, чтобы все присутствующие пришли к другому юбилею, где все вместе так дружно. Тебя и поздравили. Степа, с праздником. Всего самого хорошего. Спасибо. С днем рождения! Личное поздравление. Итак, мы продолжаем поздравлять нашего юбиляра. Мы поем этому человеку песня. Этот человек знает во всем мире. И, конечно же, я очень надеюсь, что поздравления были не только. Я хочу поздравить тоже именинника с днем рождения и пожелать ему, чтобы все самое лучшее прошлое было самым худшим будущим вашим. С днем рождения! Я буро, подвела бель, ала дидио, мил как ты сам катховаю, листва домор, где дези, то леза чисте занали, млад скульптур дали, тун ту роде воле трансли, улесе, авами, ил ло фону ло тон дека. Сейчас для поздравлений и тоста на эту сцену я приглашаю лучшего друга детства, коллегу по спорту, двукратного олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы Российской Федерации Арсена Сулеймановича Фадзаева. Дорогой наш брат Степа, я думаю, что я сегодня полное право имею на то, чтобы просто сказать как брат. Сказать тебе, что я тебя сильно люблю, уважаю, ценю. Абсолютно искренне говорю, что не представляю без тебя жизнь. Потому что многое с тобой прошли. Очень многое. Самые тяжелые годы нашей жизни, молодости, в детстве. Мы хорошо помним, я думаю, что все это знают, это было нам всем тяжело. В те годы мы со Степой были неразлучны. Неразлучны были в команде, в спорте, в жизни. Я благодарен судьбе. Я абсолютно искренне говорю, поверьте мне. Я не способен говорить такие тосты, если меня от души. Если я от чистого сердца это все идет. Степа. Я тебя просто... Вообще, у нас на Кавказе не положено такие слова, как «я тебя люблю». Я тебя как друга люблю очень сильно, дорожу тобой. Потому что ты это заслужил, потому что ты прекрасный друг, ты прекрасный семьянин. Ты человек надежный, ты человек порядочный. Ты человек с большой буквы, с кем можно дружить, с кем можно... Когда я знаю... что многие мои друзья знают, когда бывает у меня время, чтобы выехать, а бывает очень часто отдохнуть, то я всегда хочу видеть Степу.
Я всегда хочу здесь со скрипкой быть. Я думаю, что многие здесь ребята это понимают меня. Алхаз не очень хорошо понимает, о чем я говорю. Другие ребята меня понимают. Мы тебя любим, уважаем, ценим, потому что ты сам этого заслужил. Спасибо тебе, Степа, что ты у нас есть. Мы дорожим тобою. Я уверен в том, что наша жизнь будет идти до конца наших дней. Наша дружба с тобой. И многих-многих ребят, я думаю, что многие уверены в том, что те люди, которые знают Степу, абсолютно со мной согласны. Береги себя за твою прекрасную семью, за твоих прекрасных детей, которых я прекрасно и очень хорошо я знаю, воспитанные, достойные. Я думаю, что они задумаются о том, чтобы делать все для того, чтобы отец свою старость встретил достойно. Спасибо. Простите, честное слово, я... Очень трогательные слова. А будет ли это корректным спросить, а сколько схваток вы провели между собой, прежде чем стать такими близкими друзьями? Только тренировались. Только тренировки. Ни одной официальной схватки. На тренировках каждый день минимум час. Минимум час на тренировках каждый день. Ну теперь понятно, как становятся олимпийскими чемпионами. Ну что ж, и вот... Зашла у нас речь о детстве, об одной из самых приятных, самых таких трогательных периодов нашей жизни. И, видимо, оттуда, откуда-то из детства, прямо сейчас, на эту сцену. Озорные девчата!
подарок также в адрес юбиляра Степан Халатович. Я скажу вот за это нашего уважаемого друга Степан Халатович. Степа был братом, остался нам. Мы вместе, как Арсен говорит, Сулейманович, выросли вместе. В 77-м году, 30 лет назад, я Степана видел, и мы первый раз увиделись. Сегодня вижу Тигранчика, его сына. Я заходил, говорю, это, я говорю, фотокопия нашего Степана. Степа, у тебя прекрасный сын. С уважением, старший, менталитет знает, чистого Кавказа. Я скажу много, 45 лет это много лет жизни, чтобы не накосорезить своей жизни. Знаешь, когда идешь по жизни, после себя оставляешь что-то. Степан, я горжусь, что у меня такой брат есть. И ты знаешь, какой я тебе брат. Здесь все братья, друзья, с кем выросли. Степа, за свою прожитую жизнь тебе никогда не было стыдно оглянуться назад. И за пройденное время, которое ты можешь в любой момент вернуться, тебя с объятыми руками все примут. Я выпью за это, за то, что ты прожил, и тебе никогда не стыдно было да посмотреть не назад. Прожил, дай Бог, чтобы 101 год, чтобы со своей женой пришел, и мы все собрались в другой базар вокзал. Пьянки скарар, ахтерджан, давай целый канал. Конечно, я не депутат, меня так не сказали, буду выступать как наш Арсен Сулейманович. Степа, я благодарю твоих родителей за прекрасного сына, как ты, и желаю, чтобы твои дети, они с гордостью могли сказать, кто их не отец. Дай Бог, чтобы они также прожили жизнь. А тебе много лет жизни. Спасибо. С днем рождения! И еще раз, пусть после каждого тоста раздается звон хрустальных бокалов в адрес нашего юбиляра. С днем рождения! Да, я уже, наверное, буду просить на не скромничать, говорить приятные слова, говорить «Ура!» и «С днем рождения!». А сейчас на эту сцену с поздравлениями в адрес юбиляра я приглашаю лауреата международных конкурсов, очаровательную девушку, Ларису Алборову. Самое приятное, самое 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 сам
Я от огромной армии людей, которые тебя знают, любят. И первый день. Мы сегодня ехали, вот спорили, сколько тебе, 50 или 45? Я говорю, послушай, так как его знает Москва и знает друзья его, знает СНГ, Советский Союз, да и вся страна, ему уже лет 200 лет. И у него за свои недолгие годы столько событий ярких, столько ярких и значимых друзей он встретил на своем пути, что, в общем-то, другому на многие годы хватило. Степик, ты в самом расцвете сил, я думаю, что друзья, которые здесь собрались, конечно, тебе пожелали самого-самого, буду желать. Ко всем этим хорошим тостам я присоединяюсь. Хочу пожелать тебе, ну что, ты мой родной и близкий человек. Я что могу сам себе или своему родному брату пожелать? Только счастья, благополучия, здоровья – это самое главное. Ну, оставаться вот самим собой и, наверное, делиться тем, что у тебя в избытке – это доброта, это умение дружить, умение найти в себе силы, Арсен Сулейманович, найти в себе силы, сделать шаг, обнять близкого человека, пойти навстречу, вспомнить, откуда вы все это. У Степика все это есть. У Степика есть, да. Да. И поэтому, если вот, к примеру, попал бы в списки депутатские, не важно от какого региона, не надо было бы бегать там с кем-то копейками, надо было просто людей собрать и рассказать. Кто этот человек и чему он посвятил свою жизнь. И в любых ипостасях я Степика знаю. И никогда в жизни я скромный маленький человек. Но я могу, если меня коснулось, я могу сказать, ни в одной из ситуаций Степик не изменил себя. Да, были моменты, когда нужен был компромисс, да. Он делал шаг в сторону, шаг назад, смотрели. Это нормально. Но никогда, по большому счету, не изменил себе ни своим принципам, ни тем взглядом, который он сформировал на протяжении всей своей жизни. И, к счастью, вот здесь сидят люди, которые и с ним боролись, в том числе и ты, и которые с ним и общественной работой кто-то занимались, прочее. Ему младше или старше его. Ну, что такое личность? Одним словом не скажешь. Вот это и есть, наверное, личность, вот многогранная. Ну, так всеобъемлющая личность, которая вмещает в себе все те качества, о которых я сказал, и качества, которые перевесят все лихолетия, с которыми связана, в том числе, и наша жизнь, в которой мы непосредственно имеем самые прямые отношения. По-разному жизнь складывалась, когда-то институт, армия, карьера, победы, неудачи, потом из времени, потом смотришь. Политиками кто-то стал, писать, читать научились, рассказывать, что-то, басни придумывать. А мы, Степа, с тобой как были, так и остались, понял, нет? И поэтому мы непобедимы, Степа, люблю тебя и уважаю. Они пусть придумывают себе, правильно, Степа? Миша, кто-то больный, кто-то возглавил. Подожди, дайте, скажи, что вы сделаете. Ага, ну так, внимание, центр зала! Шутка. Да? Смертельный номер! Михаил Герасимович Мамиашвили, нет? Нет, не будет кувырка? Какая жалость, вы знаете, об этом, наверное, написали бы завтра все центральные газеты. Thank you.
обладательница титула «Национальное достояние России». Thank you.
чтобы каждое ваше новое утро только по-хорошему начиналось завтра. ГПН, надеюсь, для вас. Любить.